Всем привет, я Алена, добро пожаловать на мой канал. Убирала себя в шкафчике и нашла кучу новинок, которые я даже не тестировала, не выкрашивала. Так что давайте с вами вместе это все выкрасим и вотрем в топ. Итак, я подготовила лампу и давайте начнем с вот такой малютки. Это гель-лак от Azur, номер 8223. Насколько я помню, это йогурты. Да, это вот такой белоснежный йогурт с краплениями, шестигранники разноцветные. Давайте с вами выкрасим. Наполняемость у него не прям по плечике, но тем не менее. Давайте мы с вами выкрасим. Посмотрим, что это за гель-лак такой. Я их купила давным-давно, еще, наверное, весной или летом. Убрала на тестирование и все. И забыла. Гель-лак белый, но он не плотный, он такой молочный, с цветными вкраплениями. Я думаю, у большинства уже такие есть. Посмотрим. Плешивит, конечно. Может, побольше взять немножечко? Давай попробуем взять побольше. Он не сильно плотный, думаю, просохнет хорошо. Давайте отправим в лампу. Это первый слой. Следующий номер. 7213. И это уже такой розовый. И тоже с цветными краплениями. Давайте смотреть, как он будет смотреться. Приятный розовый цвет. Очень приятный. Такой не яркий. И не сильно бледный. Немножечко плешивит, но думаю, второй слой все исправит. Это не плотный оттенок. Давайте немножечко добавим. Где у меня фокус опять? Гуляет фокус. Так, думаю, достаточно. Отправляю на просушку. Следующий у нас по очереди Flyer Glow, номер его 58006. Я обожаю вообще гель-лаки Flyer Glow, потому что они неимоверно блестят. Тем более сейчас это актуально, Новый год на носу. Посмотрите, какая красота. Просто. Давайте выкрашивать. Это очень красивые оттенки. И они просто бомбически блестят. Вы посмотрите, тонким слоем прям вымазываю, и то, как покрывает типсу. Наши ноготки, они закроют полностью вот этот тонюсенький слой вот этих блестяшек. Просто тонюсенький слой. Здорово, правда? Вообще крутые гель-лаки. Я обожаю их. Прям хочу все-все-все скупить. Красота. Просто бомба. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Вот такие симпатичные, милые цвета у йогуртов. И просто бомба, а не блестки. Все, я хочу себе такой маникюр. Гореть всеми огнями. Очень красивые оттенки. Давайте перейдем к втирочкам. Итак, первое, что мы с вами попробуем, вот такую голографическую золотистую. Наполняемость здесь, конечно, смешная. Ну и стоила она вроде бы вообще копейки. Так как у меня длинный ноготь, мне туда не залезть, мне будет помогать вот такой копытце. Силиконовое, приобретенное на Алиэкспресс. Так, топ у меня подсох. И попробуем вот этим копытцем сейчас хоть что-то втереть. Ой. Очень туго, но втирается. Ну давай же уже втрить. Хоть что-то. Но она, посмотрите, как набирается. По идее, должно быть хорошо. Может, хоть что-то вотрется. О, пальцем, конечно, это лучше. Все втирается. Так, копыта не надо. Пальцем хорошо втирается. Голографическое, пиксельное какое-то там золото. Супер-пупер-мега-класс. Ой, оно действительно супер-пупер-мега-класс, девочки. Посмотрите, какая красота. Просто огонь, а не втирка. Такая пиксиками голография. И цвет такой золотистый. Вот на камеру, кстати, плохо видно. А вживую
Конечно же, вживую это намного лучше цвет, ярче, насыщенней. Но мы потом с вами покроем это все дело топом и посмотрим. Следующий оттенок — это такой голографический светлый-светлый пыль. Просто вот прям пыль-пыль. Но имеет голографическую такой блик. Но она очень мелкая. Сейчас посмотрим, что у нас получится с ним. Итак, с помощью копытца я наберу. Но оно уже так не магнитится, видите? Она уже так не магнитится. И попробуем втереть. Вот это копытце натирается. О, боже, какая голография. Просто вообще огонь. С помощью копытца очень даже хорошо натирается все это дело. Голография сумасшедшая просто. Вырви глаз прям. И она такая мелкая-мелкая. Знаете, получается ноготок серебряный. Ноготочек сам серебряный. Ну, супер красивая радуга. Вот эта голография. Ой, я из кадра вышла. Извиняюсь. Очень красиво получилось. Сейчас пальчиком зашлифуем. Супер! У меня такой еще не было в стирке. И как вот так я могла ее забыть вообще про нее? Посмотрите, какая красивая. Просто серебряный ноготок и сумасшедшая голография. Класс! Следующая баночка. Уже такой цвет мокрого асфальта, графита. Такой синий-серый оттенок. Вот не видно ничего, конечно. Но тут он такой уже покрупнее. И он идет как-то золотая. Как золотая втирочка. Сейчас попробуем ее. Так, копытка. Нет, она как золотая, не магнитится, как видите. Смотрим, как втирается. Давайте пальчиком лучше, наверное, будет. Да. Все-таки пальчиком лучше. И она уже такая темная голография, но с синим отливом. Сейчас мы нанесем. Ногти длинные, в баночку не попадаю. Никак. Ну, таким макаром тоже можно. Интересно. Получается такой темный голографий. Темно-синий. Прикольно. Боже, девочки, посмотрите, какая красота получилась. Просто золотишко. Пиксельно-голографическая, просто призма сумасшедшая. Она вообще огнем горит на камеру, она вроде яркая, но в жизни она еще ярче, такой глубина такая цвета получается. Он такой серый, с отливом красивым перламутром, и все это в призме. И вот такая темненькая, она темно-темно-синяя, такой цвет графитовый, и тоже есть вот эта призма, очень красиво, просто... Как я такие втирки могла потерять, я вообще не понимаю. И как это актуально сейчас на Новый год, чтобы все горело, все блестело. Супер! Я довольна. Постараюсь все ссылочки найти, чтобы постараюсь, чтобы там все нашла. И надеюсь, что ничего не сгорело. Очень красивые втирки. Супер, мне нравится. Следующая втирка от Николь Дарри. Вот такая красно-рубиновая. Ну, что-то мне кажется, что это... хлопья юки. Я вот, может быть, и ошибаюсь, но давайте посмотрим. Потому что очень похоже на хлопушки. Это вообще какая-то... Ой-ой-ой! Соломка. И все за собой тянет. Ой-ой-ой, она вообще всю банку... В общем, это какая-то соломочка красная. Ой-ой-ой! Так... Сейчас будем с вами пробовать вот такую бомбезно красивую красоту. Отлепись от меня. Давайте пробовать. Я вот тут попыталась взять, а она, ой, еще и отвалилась. Да, я была права. Это хлопья юки, только какой-то соломки. Очень красиво она втирается, это все дело. Ой, какая красота. В общем, ее можно выкладывать как соломушку, а можно просто втереть, вот как я сейчас это делаю. Я втираю. И вот этим копытцем.
Только посмотрите, какое у меня зеркало получилось натереть. Ну, это же просто огонь. Ужас, какая красота. И добра этого здесь целая баночка. Хватит на очень много. Раз. Следующая баночка у нас такая малюточка, еще и с дном каким. Синего, красивого цвета. Безумно красивый цвет. И она полная. И похоже, она на влажную. Значит, она будет хорошо втираться. Так. Посмотрите, она под топом красный. Просто вообще стал изумительно красным. Зеркало просто вообще ярко. Боже, тут столько всего. Я даже уже не знаю, что я хочу следующим на маникюр. Но вот это вообще огонь. Вообще прям супер. Так, давайте втирать наш синий цвет. Так, ну баночка полная. Давайте я попробую пальчиком. Макнуть получилось. Она влажная. И давайте втирать. Боже, она просто сразу втирается. Посмотрите, она супер мелкая. Я ее даже не чувствую. Чувствую, я слишком много взяла, потому что много осыпалось. Боже, все. Вот такая красота. Я еще и много взяла на пальчик. Ее надо совсем чуть-чуть. Она супер экономичного расхода. Посмотрите. Какая красота. Сейчас еще топом перекроем. И просто бомба. Так, последняя наша с вами втирка от Born Pretty. Вот такая тоже темный. Ой, темная призма. И тоже такой сине-фиолетовый оттенок. Посмотрим, что получится. Наполняемость тут, как видите, хорошая. Так, топ наш с вами просох. Берем копытца. Она магнитится. И втираем с вами в наш просушенный топ. Ну, втирается неплохо. И копытцем вроде хорошо втирается. Пальчики, возможно, мои не нужны. Ну да, вот один раз обмакнула, и все. И мне хватило на весь ноготок. Еще бы хватило, наверное, на другой ноготок. Экономичный вариант. Хорошо втирается. Голография красивая. И голография такая, как призма. Не как призма, как пиксели. Очень красиво. Сейчас довтерем пальчиком. Такая красота получается у нас. Посмотрите. Такая красота. Очень красиво. Так, сейчас все покроем и вернусь к вам. Итак, девочки, вот такие втирки у меня получились. Безумно красивый красный. Призма вообще огонь. Она просто огнем горит. Золотая очень красивая. Синий оттенок очень красивый. Но по сравнению с красным, он, конечно, немножко теряется. И получается две одинаковые вот такие синеграфитные такие оттенки. Ну, один из них пойдет, значит, в розыгрыш обязательно, потому что, ну, зачем мне два одинаковых? Но они очень красивые. Красивая призма. Не такая шикарная, конечно, как на сером, но на самом деле вживую лучше, чем на камеру видно эту призму. Она очень красиво горит огнем и очень красиво смотрится. Вот так они смотрятся, как будто черные ноготки. На самом деле в жизни это темно-темно-темно-темно-темно-серый. Почему-то камера моя не передает этот цвет. Я не знаю, как вам его показать. Не получается мне его показать. Ну, очень красиво втирки. Прям супер, мне очень нравится. И осталось у меня вот такой пакетик. Просто тут куча-куча мелких-мелких блесток. Попробую их втереть. Может получится. Нет, так как посыпушку сделала. Сейчас попробуем. Ну, давайте с вами попробуем. Ну, навряд ли, конечно, у меня получится что-то тут втереть. Тут надо в липкий слой. Что-то я уж совсем погорячилась. Давайте в липкий слой. Так, давайте попробуем дубль 2. На липкий слой. На липкий слой. Так это вообще красота красотишная. Так, сейчас еще. Боже, боже, как она загорела. Вот это прям Новый год. Новый год сразу чувствуется. Очень красивый такой малиновый. Фиолетового отлива. Очень красивый. Так, сейчас мы с вами тут наляпаем. Очень красивый, красивый, красивый. Все, я довольна.
Боже, посмотрите, сколько красоты я натестировала. Блестки супер. Втирки просто огонь. Гей-лаки вообще клево, особенно вот этот. Внутри меня сорока аж пищит. Это очень красивые втирки, достойные гей-лаки. Блестки вообще просто в изумлении. Просто посмотрите, какая красота. Каждая втирка просто достойна внимания. Я надеюсь, вы со мной согласитесь. Я найду все эти ссылочки, я обязательно оставлю их в инфобоксе. Просто посмотрите, всего-то ничего, а сколько красоты. Я очень довольна. Если вам понравилось данное видео, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео, оставляйте свои комментарии. Всем спасибо, всем пока-пока.